Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, в каком домике живет моя змея. Я купил ей такую бамбуковую декорацию. Она в ней сейчас спряталась и очень смешная. Почему я купил змее этот домик? Потому что в пещерке ее не было видно. А здесь, как вы видите, она так прикольно торчит. Я вижу ее тельце и голову ее всю целиком. Декорация сделана из натурального бамбука, которую связали жгутом. Кстати, вы можете взять себе на заметку, что змеи любят такие тесные пещерки. Даже не ожидал, что ей понравится, но она первые 2-3 дня не шла туда. Она только обнюхивала это место, обыскивала, или там есть какой-то паразит, который ее может укусить в любой момент. А потом уже, когда она все исследовала, она туда пошла. Пещерку я старую оставила для красоты, и она туда идет переваривать пищу, потому что там темно, ей прикольно и круто там. Там тепло, и ее никто не будет трогать, потому что она уже это место знает немало. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте, какие у вас есть там для змей домики, или у вас вообще есть змея. Всем удачи, всем пока-пока!